Привет, с вами Сергей Кулеш, проект «Видео на ITCV» и 17-дюймовый мультимедийный ноутбук Asus N73. Крышка ноутбука отделана лифтом алюминия едва уловимого сиреневого оттенка. Ее задняя часть уделяется оригинальным изгибом и P-образным вырезом, через который даже в закрытом состоянии видна часть защиты акустики ноутбука. Днище и боковины изготовлены из обычного шероховатого пластика. Для апгрейда предусмотрена крупная прямоугольная панель, под которой скрыты 31 слота с поддержкой до 12 ГБ ОЗУ и сразу 2 отсека для жестких дисков. Аккумулятор на 48 Вт-час крепится двумя защелками, люфт минимален. Схема размещения разъемов не совсем типична. На фронтальной и левой грани их нет вообще. В последнюю интегрирован привод оптических дисков и радиатор системы охлаждения. Несмотря на то, что правая боковина усеяна портами от начала до конца, все они там не поместились. Два USB и RJ45 пришлось вынести на заднюю грань. Дизайн внутренних поверхностей ноутбука выполнен в спокойном классическом стиле. Окантовка 17-дюймового экрана выполнена из черного глянца. Объектив веб-камеры прикрыт сдвижной шторкой. Подлодонная панель, так же как и крышка, выполнена из практичного и износостойкого металла. Остальная часть рабочей панели из качественного матового пластика. В ее задней части находится стильный изгиб и решетка акустики. Чуть ниже прозрачная полоска с индикаторами. Asus N73 выпускается в нескольких модификациях, отличающихся типом процессора от Core i3 до Core i7 и графики NVIDIA GeForce GT 3 и 4 серии. Среди возможностей ноутбука отметим поддержку технологий NVIDIA Optimus и Video Magic, наличие скоростных разъемов ESATA и USB 3.0, а также улучшенную специалистами Bang & Olufsen акустику. В рассматриваемой конфигурации Asus N73JN набрал более 6000 баллов в PCMark Vantage и отработал от одного заряда час и 2,5 часа соответственно. Ноутбук комплектуется 17-дюймовой матрицей с разрешением 1600 на 900 точек. Существуют также Full HD модификации с разрешением 1920 на 1080 точек. Качество изображения выше среднего, при этом доступно несколько предустановок для разных моделей использования. Клавиатура выполнена из практичного матового пластика. Кроме дополнительного цифрового блока, она содержит столбец управления медиаконтентом с подсветкой. Раскладка неплоха, за исключением блока стрелок на границе двух зон. Тачпад отличается солидными размерами и легким скольжением сенсорной панели. Его клавиша-качелька удобна, но быстро замарывается. Критичных недостатков эргономического толка не обнаружено. Asus N73 – производительная мультимедийная модель с крупным 17-дюймовым экраном. Ее основные достоинства – актуальная аппаратная начинка, применение новейших технологий и практичный дизайн с использованием металла. Критичных недостатков не обнаружено.